Exercise number two. Write the past participles of the verbs below. Напиши причастие прошедшего времени глаголов ниже. Which are regular, which are irregular. Какие из них правильные и какие неправильные. Дан пример. Eat – кушать. Eaten – кушал или кушавший. Number two. Write – written. Это неправильный глагол. Пишем букву Y, что значит irregular verb. Где его смотреть? В конце книжки есть таблица неправильных глаголов. Смотрим третий столбик. Number three. Win – побеждать. Won – irregular verb. Number four. Ride – ехать верхом. Ridden – тоже неправильный глагол. Number five. Travel – путешествовать. Traveled. Буква L удваивается. Это правильный глагол. Добавляем окончание ed. Regular verb. Number six. Listen – слушать. Это тоже правильный глагол. Добавляем окончание ed. Number seven. Run – run. Он не изменяется. Irregular verb. Number eight. Go – gone. Irregular verb. Number nine. Give – given. Irregular verb. Number ten. Arrive – приходить. Приезжать. Arrived – это правильный глагол. Добавляем окончание букву D.